Кубки и дипломы лауреатов первой и второй степени привезли из Белоруссии воспитанники городской школы искусств номер 12. В конце марта в Минск съехалось 1000 молодых талантов со всей России и СНГ. Все для того, чтобы показать себя на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Белорусские узоры». Конкурс достаточно серьезный. Участников было очень много только на нашем поезде. В Минск прибыло более 700 человек. Это только один поезд. Конкурс шел 2 больших дня – с утра до вечера. Художники, танцоры, актеры и музыканты из Ульяновска пришлись по душе зрителям и членам жюри. Из Минска ребята привезли только первые и вторые места. Мы очень рады, что мы выступили, что мы заняли второе место. Я очень волновалась сама, репетировала, растягивалась, и у нас все получилось. Я научился готовиться в окружении других людей. То есть обычно я готовлюсь к конкурсу как-то один, дома, спокойно, а тут еще люди, еще учитывая то, что участвовал я в нескольких сразу номерах. Понравилось наблюдать за другими участниками, как они старались, выступали. Конечно, были иногда небольшие ошибки, но они это выдержали достойно. Кроме самих соревнований, фестиваль состоял из обширной экскурсионной программы. Маленькие артисты смогли посмотреть город и побывать на экскурсиях в местных музеях. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.